Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. У меня сложности в отношениях с мамой, пишете вы. Я слишком эмоциональна с ней, могу накричать или расплакаться, придираюсь к ней все время, когда ее нет рядом, я спокойна и счастлива. Как только она рядом, меня как будто подменяют, не могу с собой справиться. Мы часто ссоримся, ситуация усугубляется тем, что мой маленький сын начал копировать мое поведение и применять его ко мне. Как это исправить? Ну, самый лучший способ в данном случае, конечно, это пойти на психотерапию. Вот. И разобраться со всем, что происходит. Совершенно очевидно, что у вас довольно большое количество обид на вашу маму. Совершенно очевидно, что у вас есть какие-то невыраженные эмоции к ней, невыраженные чувства к ней. Вот. Совершенно очевидно, что вам больно. Вот. Но также вполне вероятно, что то, что вы делаете из страха, ну, перед ней, из страха, что она сделает, может быть, вам, да, то есть, вот. Какая-то такая история может быть вполне в данном случае. То есть вы здесь как-то вот только реагируете, но не совсем понятно на что. Да? То есть на что-то реагируете, вот на нее реагируете, на маму свою реагируете, вот, как-то вот достаточно болезненно, по всей видимости, реагируете на нее, вот, и, соответственно, что-то у вас, очевидно, ну, накопилось, что-то у вас, очевидно, вас гложет, что вы, получается, вот, так вот себя ведете и так вот себя чувствуете. Ну, вот. То есть, что происходит, когда, ну, когда рядом, когда вы рядом с ней, что происходит? То есть, как бы, вы начинаете злиться, вы чувствуете вот какую-то неконтролируемую злость. Что происходит? Вот, попробуйте это описать. Сами, чисто вот для, может быть, себя, может быть, сами чисто для понимания ситуации, вот, то есть это, на мой взгляд, довольно неплохо было бы вам сделать, ну, неплохо было бы вам этот аспект для себя как-то определить, вот. Кроме того, судя по всему, у вас не сложились отношения с отцом ребенка, получается. Вот. То есть как-то вот в данном случае ситуация такова, что
вы еще и данный аспект, получается, переживаете достаточно, ну, тяжело, наверное. Вот. И еще от этого еще вам вполне может быть больно и тяжело, что вы переживаете вот этот элемент того, что чувствуете себя одинок, чувствуете себя одной. Ну, в этой ситуации, по большому счету. Вот. То есть, может быть, это еще вас тяготит и напрягает. Вот. Но в основном, конечно, там всяческие обиды, всяческая злость на маму, да? Всяческие обиды и всяческая злость на нее, невыраженные эмоции, вот, которые у вас к ней остались по, ну, по результатам, как бы, вашего с ней взаимодействия, так скажем. Вот. А вы, наверное, пытаетесь это подавить. А вот каким-то образом у вас не сильно это получается. Вот, очевидно. Так как. А вот, и вы себе запрещаете, вероятно, какие-то чувства к ней испытывать, и, соответственно, это прорывается в виде вот такой реакции. Вот. А самое главное здесь, пожалуй, то, чтобы вы, ну, хотя бы перестали себя винить за то, что вы чувствуете. Вот. То есть вот, ну, хотя бы, чтобы перестали себя винить. Вот, хотя бы, чтобы вы, ну, как-то вот, ну, позволили себе чувствовать то, что вы чувствуете, да? Вот. И, соответственно, это куда, ну, куда такой более, как мне кажется, конструктивный будет подход. Нежели чем то, что вы делаете сейчас, на мой взгляд, ну, потому что, опять же, я думаю, вы понимаете, что, допустим, ничего не добьется тем, что, ну, если будете вот так себя вести. Я бы сказал, что
понятно в данном случае, чего вы хотите. Да, то есть, что конкретно вы хотите исправить. Вот. То есть вы хотите конкретно исправить, например, там, ну, ситуацию с своим ребенком, именно своим ребенком. Вы хотите исправить, или вы хотите исправить ситуацию с мамой. То есть вот этот момент. Как-то очень хотелось бы, конечно, ну, понять как-то, да? Вот, потому что одно дело, да? Если вы ну, хотите подкорректировать свое взаимодействие с мамой, например, это один момент. И совсем другое дело, если вы хотите с ребенком. То есть тут вот в какой-то степени, наверное, модели поведения будут разными. Вот. То есть просто вот хотел вам хотел до вас это донести. Вот. Хотел, чтобы вы как-то вот постарались этот момент, наверное, зафиксировать, чтобы разные действия, да, разные действия, разные цели, точнее, предполагают разные действия. Вот. Поэтому решать вам, смотреться вам. В данном конкретном случае я надеюсь только, что вы примете верное решение. Вот, надеюсь, что вы, ну, как бы, вы выберете для себя правильный подход. Вот, и определитесь с приоритетами и начнете к ним двигаться. На мой взгляд, если говорить вот о том, как я считал, то сперва нужно подкорректировать ваши отношения с мамой. Вот. Параллельно проанализировать взаимодействие с ребенком ваше. То есть, ну, то, как вы взаимодействуете именно с ним, с ребенком своим, да? Вот. И лучшим решением было бы, если бы вы вместе со своей мамой обратились бы к психологу, вот, и, соответственно, несколько сессий провели бы, вот, на которых как раз можно было бы вам помочь. Вот. На этом все. Я надеюсь, что
что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.